Привет! С вами Марина, и вы на канале обо всем и не только. Не только о вязании, но и о покупках. Сегодня третья часть моего зимнего, демисезонного гардероба. Кто не видел первые две, будет ссылочки обязательно в инфобоксе. Проходите, посмотрите. Там тоже много чего интересного было. Начну, наверное, я с кардигана, крючком. У меня есть две работы крючком и одна спицами. И вы знаете, наверное, будет еще одно видео, посвящено конкретно одной работе. Но об этом, наверное, попозже вам расскажу. Во влогах, может быть. Давайте начнем показ. Вот. От Марины. В общем, рассказываю. Как же мне это разложить, даже не знаю. Вот такой красивый кардиган. Конечно, вся красота не передается. В общем, это бабушкин квадрат. На черном, конечно. В общем, бабушкин квадрат. Так вот, как он тут появится. Ну, бабушкин квадрат. Вязала я из пряжи бриллиант от Виты. Это вы, наверное, уже поняли, что это моя любимая пряжа. С нее я начинала. Но начинала, конечно, я с летних пряж, но все равно и теплые вещи именно вязать из бриллианта начинала. Мне она нравится. Но вот здесь вот как раз-таки это первая моя такая большая работа. Именно крючком, именно плечевое изделие. С нее, наверное, все-таки начинала, или же с каких-то других. Ну, в общем, большой кардиган вязала с нее. Попробовать решила бабушкин квадрат и решила взять пряжу бриллиант черный и белый цвет. Сейчас этикеточки найду и расскажу вам по номерам. Так. Бриллиант, 45% шерсть ластер, 55% акрил и 100 граммах 380 метров, крючок 2,5, спица 2,5, 3. Так, номер 4951 это белый и номер 4952 это черный цвета. Вязала я крючком 2,5, но тогда я не учитывала вообще пряжу. То есть я еще пока с ней сильно не работала. И это моя была, наверное, первый опыт с вязанием с бриллиантом, именно крючком. И я оставляла очень маленькие хвостики, чтобы для заправлять. То есть у меня вот здесь вот в серединке, вот здесь вот, или где-то еще по краешку, у меня он все выскакивает. Вот видите, во-первых, заправляла, наверное, не очень хорошо. Тут у меня вот они везде выскакивают. Ну, не беда, взять крючок, да поправить, это исправимо. Но еще бывало, что у меня вот эти вот именно наборный край первый, где там 6 или 5 воздушных петель, он у меня постоянно выбивался. То есть я внутри маленький делала хвостик. И он у меня постоянно выскакивал. То и дело я поправляла, ходила даже с крючком, вы не поверите. В общем, рассказываю. Увидела когда-то на просторах интернета, как сочетаются разные цвета в бабушкином квадрате, и решила попробовать. Посоветовалась с мамой, думаю, будет хорошо. Но она говорит, ну попробуй. Вы знаете, я даже не учитывала, не вязала никогда образцы, посмотреть, как это будет, вообще, сочетаются ли эти пряжи, после стирки, как они себя ведут. Ну, не умела я еще этого. Сейчас более-менее, вроде бы как, я начинаю осваиваться. И к чему я это все? К тому, что черный цвет сделал свое дело. Он из белого превратил в серый. То есть у меня получается сейчас не белый, а серый такой
Ну, на камере он не виден, он отсвечивает на камере. Даже как вам показать, даже не знаю. Ну, в общем, у меня не белый, а серый здесь. Конечно, это печально, но с другой стороны, что делать? В общем, вязался, наверное, начинала я снизу, продолжала дальше я вывязывать до пройм. У меня по бокам идет, получается, один мотив вот здесь. Потом у меня здесь, чтобы вывязать красиво, сделать рукав. Подрез у меня вот таким образом выходит. То есть у меня вот здесь вот треугольничек. Вот-вот. Сделала треугольничек, чтобы у меня под подмышкой было красиво. Чтобы квадрат лишний не выпячивал. И вот потом сделала на треугольник вот такой. Выглядит это вот так. То есть получается такой треугольничек. И в принципе сидит неплохо. На рукавах у меня сколько? Наверное, 6. 6 или 7. 6. На рукавах у меня 6 мотивов. И горловинку я сделала вот таким образом. То есть у меня по треугольничку. Вот здесь треугольничек ближе к шее. И вот здесь треугольничек, чтобы не совсем были квадраты и не совсем закрывала, как сказать, был чуть-чуть немного V-образный вырез. Обвязку сделала арочкой из столбиков с накидов. Мне понравилось. И я данный кардиганчик связала к нему поясок. Вот такой поясок. То есть столбики с накидом в шахматном порядке. И подвязываюсь. Вот-вот. Так что вот. Давайте я сейчас вам покажу на фотографии, как он будет сидеть на мне. В принципе, мне нравится. Я ношу его с удовольствием, ношу его уже достаточно большое количество времени. На работу ходила в нем. Очень теплый. Несмотря на то, что он дырчатый, конечно, немножко, когда ветер есть, он продувается, но он очень теплый. Все-таки шерсть как-никак. Снова бриллиант. Наверное, этот выпуск у меня третий будет именно конкретно именно вся пряжа бриллиант. Ну, люблю я эту пряжу, что делать? И покорила она меня и качеством, и всем остальным. В общем, рассказываю. Увидела также на просторах интернета вот эту красивую кофточку, правда, выполнена там в другом цвете, другими нитками, но это, я думаю, для каждой вязальщицы не проблема. То есть можно выполнить любое изделие из любых ниток, но плюс-минус так вот. Или что-то сделать свое. В общем, купила я себе пряжу, бриллиант. Этикетку я не найду, но подпишу, как называется. Если не ошибаюсь, кофе с молоком. А, какао. По-моему, какао, если не ошибаюсь. Цвет, красивый цвет. Он, конечно, на камеру не передает совсем. Он кажется, что он какой-то прям, как вам сказать, коричневый. А на самом деле он как-то припыленный, немножко коричневый. Такой вот разбавленный чуток.
Вязаная кофточка регланом сверху. Полностью. Мне нравился, что это, как это получилось. Реглан тоже первый раз вязала для себя. Крючок, наверное, 2,5, потому что самый такой хороший крючок даже для коко. Потом была обвязка у меня с столбиком без накидов, сделала дырочки. И вот решила сделать вот такие красивые, как под жемчуг, пуговки. Мне не нравится, нравится, как получилось. Он мне, конечно, немножко широковат к низу, потому что я думала сделать как бы у бабочки, но вязала, вязала, вязала. Сделала подрезик небольшой здесь вот и начала дальше вывязывать вниз. По-моему, да, нигде не делала убавок, если не ошибаюсь. Потому что записи не делала на тот момент. Так, вязала. Где-то что-то калякала, но, естественно, это все было выкинуто. На рукавах оставила так. Рукава оставила вот так. А, даже, по-моему, рукава-то я и, наверное, все-таки убавляла. Если не ошибаюсь. Это были убавочки, потому что он так бы был бы очень широкий, а так все-таки он идет у меня на убыль. Да, вот где даже вот здесь места видны, что были убавочки. В общем, мне нравится данное изделие, ношу его с удовольствием под брюки, под джинсы. Он, конечно, получился мне коротковат, эта кофточка, но ничего. Также где-то были платьица у меня такие прямого силуэта. На них смотрится тоже прекрасно. Крайняя моя, наверное, все-таки работа. Я имею в виду теплая. Пока что еще не навязала, но в ближайшее время, конечно, буду вязать, плодотворно буду вязать. У меня задумок очень-очень много. Прям не могу. В общем, рассказываю. Это платье. Платье двуцветное получилось у меня, черный и белый. Мне все-таки надо было вывязать цвета и решила сочетать так. Рассказываю. Данную модельку я видела в Инстаграм у замечательной рукодельницы Елены Канаевой. У нее вязана была вообще полуверчик, если не ошибаюсь. Ну, в общем, кофточка вязана, микс крючка и спиц. Загорелось мне связать такого плана кофточку, именно кофточку. Но тут же у меня мысль развернулась, и я связала себе платье, потому что была пряжа, надо было мне ее вывязать все-таки. И я не жалею, что у меня получилось. В общем, рассказываю. Кокетка круглая, вязана крючком. А, не сказала вам, это бриллиант. Это джинс бриллиант. Номер цвета 4955 и черный. Вот так сделала. В общем, рассказываю. Сделала круглую кокетку крючком 2,5. Крючок брала. Сделала росток. А росток сделала азиатский крючком. Но вот здесь я чуть-чуть таки ошиблась. Неправильно я сделала, что я начала крючком. У меня здесь, можно сказать, я сама себя подвела. Но не беда. Тоже, в принципе, смотрится неплохо. Мне нравится, что вышло в итоге. Так, рассказываю дальше. Потом, когда после вывязывания круглой кокетки, я начала идти вниз. Сделала подрезы. Вот таким образом. Вот они, подрезики у меня.
Здесь сколько петель-то у меня было? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель у меня подрезов. В общем, пошла я по кругу сверху вниз. Вязала-вязала. Потом, чтобы мне хватило на рукава, я, наверное, оставила какой-то... Рассчитала в граммах, если честно. По-моему, считала в граммах, чтобы у меня хватило и на рукава, и дальше у меня пошло на низ. Конечно, хотелось бы, чтобы у меня был переход плавненький такой, и как на рукавах, но у меня получился немножко поменьше. Ну, я думаю, это ничего страшного. Рукавчики у меня получились 3/4 такие коротенькие. В общем, вязала в 2 ниточки. Здесь пустила небольшую резиночку, чтобы у меня полотно мое не закручивалось. Все-таки это лицевая гладь, как вы знаете, оно очень сильно закручивается. И мне понравилось, что сделала. Закрывала я, наверное, эластичным способом. Да, закрывала я эластичным способом, чтобы у меня не было стянутости. Резинка буквально один на один, буквально 3 ряда. Да, на четвертом закрывала. Конечно, я еще не успела его поносить, так как все-таки довязала я его весной. Сейчас придет зима. Надеюсь, что я его поношу с теплыми колготками. Будет красиво смотреться, шикарно. В общем, я не жалею, что я его связала. Мне эта моделька очень нравится. Я теперь, наверное, думаю тоже связать, ну, что-то на лето. У меня есть пряжа подобного типа. Ну, я имею в виду на лето, летняя пряжа, чтобы смиксовать тоже крючок и спицы, как-то красивенько сделать. Но планов очень много грандиозных, конечно. В общем, что сказать? Будем вязать, будем стараться показывать вам, что у меня в итоге получается. А сейчас, наверное, я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что вы были со мной, досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кому какое изделие понравилось, или же, может быть, что-то сами надумали бы связать или что-то сейчас вяжете в данный момент. До новых встреч. Пока.